решила сварить компот в мамин день рождения. Взяла изюм, орехи, мед, килограмм варенья. Все в кастрюлю поместила, размешала и воды налила. На плиту поставила и огня прибавила. Чтобы вышло повкуснее, ничего не пожалею. Две морковки, лук, банан, огурец, муки стакан, половину сухаря. В мой компот добавила. Все кипело, поклубился. Наконец компот сварился. Маме отнесла кастрюлю. С днем рождения, мамуля! Мама очень удивилась, засмеялась, восхитилась. Налила компоту ей. Пусть попробуй скорей. Мама выпила немножко и закашлялась в ладошку. А потом сказала грустно: чу!